Всем привет! А вы замечали, что когда мы чихаем, мы всегда это делаем с закрытыми глазами? Так вот, британских ученых заинтересовал вопрос, что будет, если чихнуть с открытыми глазами? Действительно, каждый человек на планете иногда чихает. Далеко не все замечают тот факт, что рефлекторно мы закрываем глаза. Ученые решили проверить, что будет, если чихнуть с открытыми глазами, и можно ли контролировать этот процесс, и пришли к следующим выводам. Само чихание – это своеобразный защитный механизм всей нашей дыхательной системы. В момент чихания происходит раздражение особого нерва, который отвечает за открытие и закрытие глаз. При нормальном состоянии этого нерва у человека глаза открыты, а при его раздражении он рефлекторно закрывает глаза. Также ученые пришли к выводу, что чихать с открытыми глазами очень опасно. Во время чихания образуется очень сильное давление, и многие люди считают, что если не закрыть глаза в этот момент, они могут вылететь из орбит. Интересный факт, что скорость воздуха, выдыхаемого человеку в процессе чихания, составляет около 150 км в час. Чихнуть с открытыми глазами, по словам ученых, теоретически возможно, но для этого нужно сознательно использовать в этом процессе всю центральную нервную систему, а это достигается очень трудно.